Флома Розенблюм, Сидней Рейли, Джеймс Бонд. Кто все эти люди? Или, возможно, это один человек? Шломо Розенблюм родился в Одессе. Он воспитывался в семье приемного отца Герша Розенблюма, который являлся двоюродным братом его родного отца. То ли из-за скандальной влюбленности в свою родную сестру, то ли из-за участия в революционном движении, Шломо инсценирует свою смерть, покидает родной город, получает британский паспорт и начинает работать на британскую разведку. Его биографии полно белых пятен. По сути, мы знаем о его жизни из его автобиографии, которую он сам опубликовал в газете «Призыв». Что же нам известно? Шломо отравил богатого священника, взял в жены его вдову Маргарет Рейли, после чего стал работать под псевдонимом Сиднея Рейли. В Порт-Артуре он добыл план укрепления русских войск и продал его японцам. Он считал себя прототипом главного героя книги «Овод» Этель Войнич, а некоторые считают, что между ними был роман, и распространил фальшивые купюры по всей стране через Одессу. Увлекательная жизнь, не так ли? Не зря именно жизнь Шломо Розенблюма, Сиднея Рейли легла в основу знаменитого романа «Казино Рояль».